Сергей Язерский пишет по поводу того, что я предлагал ФСБ объявить преступной организацией. Тут объявлять нечего, она есть преступная организация. Он пишет о том, что ссылка тут на Тилля Анатолия, который назывался «Великая криминальная революция в России, мафия власти». Значит, там перечислены ГБшная мафия, армейская и прочие другие. Там губернатор, да, и так далее. Те, кто посмеет возмущаться, избивают, убивают. В лучшем случае фабрикуют на них заведомо неправосудные судебные решения. Так может быть, российскую армию объявить преступной организацией, все распустить, заодно и МВДшную мафию, и прокурорскую. И так с каждой государственной структурой. Все они преступны. Как должна управляться и защищаться будущая Россия? Ну, нам с вами очень хороший пример позитивного действия, такого хорошо рассчитанного, долгосрочного, дал Михаил Саакашвили в Грузии вместе с Вано Мирабишвили. Они начали с системы безопасности государства, которая действительно влияет на армию, на государственные структуры, на схему управления государством, на бизнес, эти мафии, все, всевозможные крышующие бизнес и агентурные сети, которые пронизали тогда в Грузии армию. Все это надо было ликвидировать. Начали они со служб безопасности. И начали довольно эффективно. Настолько эффективно, что ближайшие друзья Путина очень быстро к нему обратились, сказали тогда, что Саакашвили очень радикально взялся там. И Путин пытался это остановить. На этом они поссорились с Михаилом Саакашвили. Путин сказал, что вот этих не трогайте, это там связь с Россией, мои друзья. Немедленно Вано Мирабишвили и Михаил Саакашвили этих людей уволили, понимая, что это агентура Путина. Такие медведчуки в Грузии. Вот. Это же опасно было. Вот как сейчас в Украине. Все пронизано структурами, агентурными сетями ФСБ, армия, которые да, там сами спецслужбы, СБУ, там, которые в нужный момент там 70-80% сотрудников переходят на службу в Россию. Армия там 80-90%. Армия, пронизанная структурами, агентурными сетями. Но это надо менять. Власть, государственная власть, которая тоже испытывает это давление, влияние. Бизнес, который там на 100% крышуется спецслужбами и бандитами вместе. Вот, да. С этого надо начинать. Если этот элемент, эту раковую опухоль удалить, то останется ну, какая-то управляемая часть государства, управляемое обществом, народом, гражданами, а не спецслужбами другого соседнего государства. Вот.
Так что это решаемая задача.